Эти знаки зодиака имеют сверхъестественных защитников. Добро пожаловать в мир, где каждый шаг под защитой невидимых сил. Сегодня мы раскроем тайны тех избранных знаков зодиака, которым суждено иметь сверхъестественных защитников. От древних стражей до ангельских хранителей эти знаки обладают уникальной защитой, которая направляет их через тернии к звездам. Присоединяйтесь к нам, чтобы узнать, какие знаки зодиака благословлены этими могущественными существами и как эти таинственные защитники влияют на их судьбу. Откройте для себя невидимую силу, которая стоит за успехом и удачей избранных. Первый знак – рак. Раки находятся под защитой Луны, своего управляющего светила, которое влияет на их эмоциональный мир и интуицию. Луна, как защитник рака, наполняет их жизнь мягким светом, умиротворением и пониманием глубинных чувственных процессов. Эта связь придает ракам способность чувствовать защиту в моменты неопределенности и переходов, делая их путь более безопасным и стабильным. Второй знак – Скорпион. Скорпионы находятся под покровительством Плутона. Хотя мы не углубляемся в астрологические детали, их связь с этой мистической фигурой символизирует глубокие трансформации и регенерацию. Скорпионов защищает темный ангел, который направляет их через темные воды подсознания, помогая им восстанавливаться и возрождаться из пепла своих жизненных испытаний, обладая мощной силой и магнетизмом. Третий знак – Козерог. Козероги находятся под защитой стража, символизирующего Сатурн. Этот страж помогает им в их неустанном стремлении к достижению целей и успеху. Стойкость и терпение козерогов неотделимы от их способности преодолевать любые препятствия с непоколебимым спокойствием, что делает их путь к успеху мудрым и осознанным. Четвертый знак рыбы. Покровителем рыб является Нептун, но в этом контексте они защищены духовным навигатором, который ведет их через эмоциональные воды к истинному самопознанию и духовному просветлению. Рыбы часто встречаются с глубокими духовными и эмоциональными переживаниями, и их навигатор помогает им найти путь к гармонии и миру внутри себя и в окружающем мире.